Хей, угай, сумешники, мы продолжаем пройти руку под названием Dark Souls 2. Так, давайте, короче, сразу, пока я не забыл, где наша ядовитая речечка. Мы сейчас с вами спрыгнем сразу в этот, как он называется, за колечком. Вон, видите, вот там где-то вот пропасть. Как я понимаю, мне нужен поджечь себе этот. Блин, не то сделаем. Нам нужен факел. Сейчас я примерно хотя бы увижу, куда мне нужно спрыгнуть. Так, а для этого мне нужно будет сейчас колечко кошки. Показал, там кто-то стоит. А, вон, прыжок. Так, и тут, короче, заперто. Ладно. Так, короче, тут самое опасное. Здесь должно быть, да. Вот эти два ребятки. Ну, начало хорошее. Ну, примерно мы поняли, куда прыгать. Поэтому я думаю, мы сейчас... Хотя давайте чисто с факелом попытаемся. Плевать на этот. На хпшку у нас человечности до хера. Ну ладно. Только не понял, почему здесь эти врата и тут заперто. Куда мне... Как я понимаю, мне только сюда идти. Я понял. Ну, я так пол жизни буду атаковать их. Круто. Но зато я понял, что снизу где-то еще есть какой-то спуск. Камень яда. Измененный вид чего-то там-то. Ладно, плевать. У нас хп много не должно вообще уменьшиться.
теперь я понял, кто меня зацепил. Я думал, меня камень зацепил тогда. Ой, там что-то есть еще. Стоп, мы наверх едем? Wait, what? А, это чтобы вернуться оттуда назад. Короче, что нам нужно сделать? Нам нужно убить этих големов. О, чтоб он меня не ударил. Но это так долго. Вау-вау-вау, чел. Давай без вот этой. А, я тебя понял. Так он себя попинать не даст. Три удара. О, вот этот обширный удар был. Смотрите, это клуб. Она... Как вариант, мы можем тогда провернуть одно дело. Если второй не очень там-то далеко, да? Тогда мы делаем с вами вот что сейчас. Во-первых, я убью первого, но нужно тогда будет отбежать так безопасно, чтобы не достать того. Окей, сейчас попробуем. Ага. А, даже так можно, ни хера себе. Если так, я могу их тогда забайтить. Ты будешь атаковать меня?
Так, ладно, что мне вообще, подождите, есть такое из оружия? Пока я его бешу в ХП, я его смогу убить. Так, вещи, оружие, лук. Ну хотя бы уменьшить количество ХП до допустимого. Снова же, я говорю, я... просто не хочу рисковать. Типа 1-1 с ними, да, окей. Базар 0. А так, нет. Минус стрела. Короче, у одного из них должна быть как раз вот эта вот херня, которую я пытаюсь выбить. Походу, это был не он. Значит, у второго. О, кровотечение дал. Нет, 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 тихо, 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 тихо. Я уже много чего потратил, приятель. Если ты думаешь, что все окей, то нихера подобного. А, тут еще зависит, сколько я выносливости трачу на заряд. Или нет. Ну вот, сейчас я дал ему кровотечение. Ну и что ты не заряжаешь? А, понял. Он уходит в тень, но он не понимает то, что я вижу через эту тень. Ага. Ага, отходи.
Так, по идее, должно хватить мне этих стрел. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. А. Вот за этот ключ я и говорил. Так, где он? Душа гиганта, душа, которая обладает... В смысле? Душа гиганта, принадлежащая покорить Дранглик. Сможет ли смерть успокоить гнев гигантов и унять их ненависть королем? Или они лишь распалили его? Так, ладно, подожди, где мой ключик? Ключ, брошенный в помойке. Ключ, который вы нашли в помойке, у него затейливая форма, но происхождение его неизвестно. Помойка в Маджуле — место, куда выбрасывают невозможно гадкости мусор. Там сплошная грязь, нечистота и разруха. Так, ладно. Может, тут еще что есть? Я видел еще что-то. Так, сундук. А то выход обратно, да? Хотя мог безопасно сюда зайти, да и все, и отсюда всех отстреливать. Кольцо гигантов, окаменевшая кость дракона. Так, 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 так. А, еще у меня шета есть, жало. Колющий меч, полк скорпиона Тарка. В гарде этот меч сокрыт яд, попадающий в тело, пронзающий врагов. Прошлая Тарка очень туманная, но если подумать, разве кто-то из нас знает себе нынешнего или себя прежнего? Так, колечко. Мне кольцо тьмы, да? А, кольцо гигантов дали. Ладно, поехали на выход. Так, теперь что нам нужно делать? А нам нужно сделать сейчас вот что. Пойти к костру и с помощью костра отправиться в этот. В нашу битавану. Хоп-хоп-хоп-хоп. Отправиться маршулом. По идее, кошачьи атрибуты у меня же есть, да? Я покупал. А если есть, значит... Бац, косточку оставлю. Так, это ставим. Пускай лежит, колокольчик лежит, щит. Успехи. Это с рыцарей мне повыдавали. Надо еще где-то прокачать потом веру. Так, подожди, а что со штанами? Я штаны хотел еще взять. Походу мы в эту серию пойдем с вами в DLC. Как я могу понять? Можно было и флягу использовать.
Ладно. Вторая попытка. Сумел. Тук-т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 ук. Так, забытый ключ использован. Так, вопрос, тут мимики есть? Нету, хорошо. Так, большое копье молнии. Ветка ведьминого дерева. Лоза. Вихрь душ. Коготь дракона. Так. О, так это типа... Тогда лазу можно использовать. Либо вет. Ветка бродячего ведьминского дерева. Усиливает действие волшебства и порчи. Когда-то это было ветвью ведьминого дерева, а теперь используется как оружие. Колокольчик... Колокольная лоза. Колокольную лозу ведьминое дерево можно найти среди старых ветвей. Она усиливает действие чудес и порчи. Изгнанные клерики используют такую лозу в качестве катализатора для чудес. Большинство клериков... лишившего сана, на деле никуда не годятся, но встречаются и сильные маги, которые просто испугался кто-то, наделенный властью. Колокольная лоза не лучший из катализаторов, но все же достаточно сильный. Окей. Так, теперь мы с вами используем палочку. Кострум. И сейчас я буду думать, что делать. Вихрь душ. Одно из потерянных заклинаний, сохранившее в склепе нежити. Выстреливает череду из наводящихся на цель душ. Этому крайне сложно укрыться, поэтому оно эффективно против подвижных врагов. Большое копье молнии. Чудо, поражающее врага мощным копьем молнии. Говорят, что это наследник древнего клана, вождя, который почитали как бога, солнце. Название этого клана давно забыто, но лучезарное сияние нашего великого отца не угаснет никогда. Так, мне на самом деле вот интересно, что мне делать дальше. Проклятый. Ищи душу огромную, могучих душ. Но для короля это единственный способ. Позволь этой земле поглотить тебя, как и многих для тебя. Куда мне идти? Когда нежить умирает, это не по-настоящему смерть, а шаг к просвещению в полого. Не все нежити превращаются в полых, но все полу прежде были нежитью. Если найдешь осколок фляги секса, то принеси его мне. С его помощью, так, это понял. Все? Подожди, а куда мне тогда на самом деле идти? Чё-то я не шарю. У нас есть три ключа. И каждый ключ это в DLC. Ну anyway, мне снова придется бежать к боссу, чтобы попасть в DLC. Так ведь? Так, ладно, давайте начнем с того.
Если дал С, тогда дал С. Первый. Врата мы нашли в помойке. Да? Или нет? Подожди. А, туман, точно. Ладно, давайте с помойки тогда начнем дал С. А для этого мне надо что? А, не тот портал использовал. Черт. Не тот портал использовал. На самом деле мы можем даже на схеме драться, просто пробежать, но я траванусь. Ну это да, я траванусь. А в принципе больше я ничего такого не находил, куда я дальше могу пойти. Где проход? Ага. А, я думаю, что у меня эффект кошки, у меня же еще этот. Точно. Обувь. Ну, поехали. Первая локейшн. Зажечь факел зачем-то. А, точно, я же могу про ключ прочесть еще. Сейчас. Бля, ладно. Та-та-та-та. Странный ключ в форме клыка дикого зверя. Что за мастерство золотой ключ? Какой... А, он замок открывает. Вот, коготь дракона. Плохо сохранивший коготь дракона. Легенды гласят, что в глубинах черной расселины за запретной снаружи двери лежит прекрасный город, высранный ради дремлющего в нем дракона. Это коготь очень старый, но по-прежнему учится силой. Окей, полетели. Немного знакомое место, мне кажется. Как в первой части, помните, тоже храм был? Драконий талисман. Так, до хера паутины. Вау. Да, это как в первой части. Я не знаю, что это дышит. Улетело. Не, ребят, если вдруг что, я могу. А че туплю? Я на самом деле так и могу сделать. Так, здесь мы зажгли. Отправиться. Давайте я отправлюсь в Маджул, и я посмотрю все-таки, куда сейчас идти мне. И мы пойдем лучше по сюжету. Но с один хер у нас уже времени нету, поэтому как-то. Так, ну ладно, давайте все равно посмотрю. Короче, я нихера не понял. Ну, с описания понял, что это завоеватель Дранглика. А это значит... Что? Я нихера не понял. Где у нас была локация? Там, где были эти... Вот здесь, да?
Сейчас попробуем одну вещь посмотреть. Это связано с этим. С воротами. Ну, не знаю, может, что-то нужно другое будет. Сейчас попробуем. Если не получится, значит, ну, не получится. Что сделаем, да? Что мы сделаем? Ничего. Получится, не получится. Но попытаться стоит. А ну-ка. Почему там написано «но»? Что значит «но»? Можно использовать для получения душ, но... Что «но»? Я не знаю. Блин, давайте я все еще почитаю. Слушайте, а храм зимы? Я вот храм зимы вспомнил. Типа у нас было два. Окей. А это тогда что? Если у меня уже три ключа DLC есть. Хм, ну это тоже DLC. Тут дальше проход был! Серьезно? Серьезно? Душа героя. Я думал, там только телепорт был, а тут, оказывается, еще проход был. Стоп. Тогда я ничего не понимаю. Но это ж... Это ведь не Темнолесье. Человеческая фигурка. Да ладно. Вау. Кто бы мог подумать. Так, на всякий случай. Будем заканчивать серию. У нихера тут дождь идет. Нихера себе здесь так темно. Я понял. Опа. Нездоровые типы. Цепочки нездоровые. Он пригнулся. Ладно. Ну, пока что развалю всех с двух ударов. Но это тоже с какой-то степени плохо. Что с двух? Слышу ящера. Здравствуй, замок. Опа. Привет. Замок закрыт, но тебе не менее тебе нужно туда попасть. Пора закончить твое путешествие и мое. Что-то у меня плохое предчувствие насчет вот этих челиков. Я понял, до свидания. Слушай, если ты сдохнешь, я не виноват.
Ау. Ну, надеюсь, ты мне поможешь. Ладно. Так, ладно, я понял, что они боятся этой территории. Так, этих я одолел. У меня есть на... А, у меня нету на один уровень оп. Ага. Короче, у меня плохое предчувствие насчет этой территории. Насчет этих гигантов. Кажись, я что-то сделал плохое, да? Буду надеяться, что не воскреснет эти рыцари. Но мне так сильно кажется, что они даже... Что они могут воскреснуть? Но серия долгая. Окей, врата открылись. Сраный мимик? Нет. Так, сразу проверим тогда и тех, да, рыцарей? Нихера. Ага. Ну, с этим проблем не будет. Все равно, чел, мне главное сейчас быстро дойти до фонтана. Так, ага, вот откуда вы вышли. Ага, тут нихера нету, понял. Ну, мне предлагают пойти туда, если я сдохну. Блин, давайте, ладно. Так, это хороший, походу. Кто ты? И кто позволил тебе обратиться ко мне? Это замок, владение короля Вендрика. Ты намерен нарушить его границы. Его высочество. Куда же оно ушло? Ты гость в нашем замке. Я канцлер Валангар. Тебе нужна аудиенция у моего господина, короля Вендрика? К сожалению, его высочество сейчас не здесь. Мой господин король. Королева забрала его. Мой господин исследовал души и сделал важнейшее открытие. Он победил четырех великих и построил королевство на их душах. Наш король охранял эту землю с незапамятных дней. Король Вендрик, нужно сражаться, иначе гигантский захватит Дранглик. У короля была возлюбленная королева, женщина невероятной красоты. Королева пришла к нам давным-давно из далеких земель. Она предупредила нашего господина об угрозе, приближающейся морей. О гигантах. Король пересек океан и вместе с королевой одолел гигантов.
Король забрал их силу и создал големов. С помощью големов король создал этот замок, чтобы отпраздновать победу и показать королеву свою любовь и отблагодарить и благодарность. Королева принесла мир и покой этой стране и своему королю. Но этот покой был так глубок, он был словно тьмой. Это какой-то сон? Где я? Что случилось с замком? Кто ты? И кто позволит тебе обратиться ко мне? Так, окей, нихера не понял, ну, ага, вижу раз проход. Вижу тут проходик. Окей, давайте сюда зайдем. Слишком много дверей. Мне... Мне желательно бы быстро сейчас найти костер и закончить на этом. Я понял, они все, да, живут? Как я понимаю... О, все. Все, народ, на этом мы с вами, короче, заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.